Прямо сейчас Александра Трусова и Макар Игнатов отмечают бракосочетание. О помолвке пара объявила всего 2 месяца назад. Гости собираются в старинной подмосковной усадьбе, чтобы поздравить Александру Трусову и Макара Игнатова, которые теперь уже официально стали супругами. Для этого дня фигуристка выбрала роскошное свадебное платье из атласной ткани, украшенное дорогим кружевом с растительным мотивом. Примечательно, что спортсменка решилась не только на смену статуса, но и на смену фамилии. Теперь Александра Игнатова, написала фигуристка в соцсетях. Утро невесты началось с приятных предсвадебных хлопот. В социальных сетях Саша показала, как проходила финальная подготовка к торжеству. В этот момент рядом с Александрой была ее близкая подруга, фигуристка Софья Самоделкина. Она же сопровождала ее в течение всего дня. Девушка получила почетную роль подружки невесты. На подготовку к свадьбе молодожены потратили всего 2 месяца. За это время им удалось продумать все до мелочей. Даже любимые собаки Саши, которые тоже присутствовали на торжестве, была одета в праздничные наряды. Напомним, что 17 июня Александра Трусова шокировала поклонников новостью. Она выходит замуж за 24-летнего Макара Игнатова. Фигурист сделал предложение возлюбленной во время ночной прогулки по Санкт-Петербургу. Пока Трусова смотрела на развод мостов, Игнатов преподнес ей заветное кольцо. «Я думала, что фотограф делает мне фото, потом поворачиваюсь, а там… мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость. Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья. И, конечно, я сказала да. Мы с Макаром благодарим каждого за поддержку и поздравления». Не могла сдержаться от радости 20-летняя фигуристка. Возлюбленным настолько натерпелось пожениться, что уже через 10 дней они подали заявление в ЗАГС. А в середине июля пришли на ВК-фест, чтобы публично объявить дату свадьбы. Тогда же Трусова обрадовала поклонников, что станет замужней женщиной к концу лета и назвала 17 августа днем торжества. О романе Трусовой и Игнатова стало известно еще в начале этого года. Фигуристы некоторое время вместе выступали в ледовом шоу и, судя по всему, тогда между ними и разгорелись чувства.